Настя, мне 14, и сюда я попала совершенно случайно после почти 6 лет мучений с двоением. Меня наблюдали до этого 4 специалиста. Первый сказал, что я вру. Второй пытался разобраться, не разобрался, отправил к третьему. Третий отправил к четвертому. Четвертый сказал, давайте понаблюдаем. После этого четвертого специалиста наш знакомый посоветовал обратиться в этот центр коррекции зрения. Мы обратились, мне подобрали 2 коррекции с призмой и на постоянное ношение. Потом через месяц занятий от призмы отказались. А прозанимавшись 4,5 месяца, меня отпускают домой с нормальным зрением и без двоения. Привет. Неделю назад я получил свои новые очки в Реноптике. Делюсь впечатлениями. Значит, линзы у меня фирмы Seiko. Линзы Freeform с цилиндрами изготавливались в течение месяца. Производство Филиппины. По качеству линзы отличные. Минимальные искажения, широкий угол обзора. Есть хроматические аберрации по краям линзы. Спустя неделю я никак не обращаю на них внимания, никак это не отвлекает. Так что все хорошо. Насчет адаптации. Ну, первые 2 дня было головокружение при движении. Также сложно спускаться было по лестнице. Это к концу недели мои навыки улучшились в этом деле. В общем, дискомфорта не ощущаю. Все отлично. Очками доволен. Хочу поблагодарить сотрудников центра Натальи Ринской за профессионализм и индивидуальный подход. Всего вам доброго, успехов. Это Адам. Привет, Адам. Привет. Ему 9 лет. В 2,5 года мы обнаружили, что у него косит левый глаз. С этого момента и начались наши попытки восстановить его зрение. Длились эти попытки на протяжении 6,5 лет. До того момента, как мы обратились в клинику Натальи Ринской. И за 5 месяцев та проблема, которую мы решали на протяжении 6 лет, была решена. Снимай клюгер, да? Надевайте очки. Хорошо. Это призматические линзы, которые были назначены другим специалистам и которые не дали никакого результата. Снимай. Это призматические линзы, которые были назначены в клинике Натальи Ринской. И через 2 месяца Адам стал носить самые обыкновенные очки. Теперь этот парень выглядит вот так. У него нет проблемы при общении со сверстниками. Он видит мир так, как обычные люди. Бинокулярное зрение работает нормальным образом. Как у обычного человека. Как у обычного человека. Есть стереоскопическое зрение. Чему мы очень рады и безмерно благодарны за то, что наши мечты... И мечты Адама, в первую очередь, сбылись. У нее с детства была проблема. Я замечала то, что у нее глазик уезжает. Ну, похоже на косоглазие. Мы вот несколько клиник посетили. Были в разных местах, у разных врачей. Нам совершенно разные диагнозы говорили. И мне вот старшая сестра порекомендовала. У нее подруга с сыном посещала данную клинику, им все хорошо сделали, решили проблему, мы вот тоже решили обратиться, обратились, нам назначили курс лечения, мы год отходили на этот курс, все у нас замечательно, сегодня последнее занятие, мы очень рады этому, все вроде хорошо сейчас проходит, я даже обращаю внимание, что проблема исчезла, у нас помимо этой проблемы еще другие обнаружились, все сейчас починилось, мы очень рады, спасибо большое. Мы обратились в центр коррекции зрения Натальи Ринской примерно 9 месяцев назад, у Эмилии было косоглазие, левый глаз очень сильно убегал. Мы прошли 3 курса глазной терапии визуальной и просто поражены были результатом. Теперь у Эмилии через 3 курса полностью пришло в норму и зрение, и в том числе бинокулярное зрение.
Нам не нужна теперь никакая операция, поэтому очень рекомендуем при проблемах с косоглазием, там иных проблем с глазами обращаться в Центр коррекции зрения Натальи Ринской. Очень рекомендую. Спасибо. Хочу выразить огромную благодарность клинике Ринской, потому что 10 лет нигде мне не могли подобрать очки, я так мучился и думал, что невероятно, то есть не существует таких практик. Ну вот посоветовали, приехал и просто на удивление решили мою проблему. Я уже не надеялся о решении ее. Вот. И теперь я вижу и вдаль прекрасно, нет никакого двоения, хотя мучился. Ну, проблема была в том, что двоение. Смотрел одним глазом телевизор, одним глазом ездил за рулем. Просто большой опыт, а так все на ощупь. И, в общем, сделали мне очки, я настолько доволен, просто всем рекомендую. Это единственный выход, я считаю, вот приехать и сделать. Все это абсолютно быстро, ну, как бы относительно быстро, но по сравнению с тем, что так долго мучился, быстро. Решение вопроса есть, нужно всем этим заниматься. Кто страдает такой проблемой, есть такие люди, я знаю. Я очень благодарен сотрудникам всем и самой Наталье Ринской. Профессионал, она высшего уровня, я считаю, потому что она решает такие проблемы. Не все это могут Спасибо делать. Спасибо большое, очень приятно. Да, мы вот сделали линзы бифокалы специально, чтобы, да, есть вот... Его практически не видно, этого окошка, чтобы было... Вдаль было удобно смотреть, так как пациент машину водит, и да, окно для близи. И там призма у нас, нам немцы изготовили. Вот. Всего доброго. Да, все, спасибо большое. Да. Я сегодня окончила визуальную терапию. Я это очень рад. У меня глаза стали очень хорошими. Молодец. Да, мы в самом начале обратились со скрытым косоглазием, и, в общем, были обнаружены какие-то некоторые нарушения. И было предложено пройти курс визуальной терапии, то есть это некая гимнастика. В общем, мы делали специальные упражнения, смотрели на там, шнурок, там, смотрели на разные картинки, и все это длилось 3 месяца. И, в общем, ну, мне кажется, что это очень хороший спорт для как бы, гимнастика для глаз. Вот. И, как говорит ребенок, ему стало значительно лучше. Спасибо вам большое.